Всем здорово, друзья, с вами Назар. Сегодня мы продолжаем играть нашу партию за Андалусию. Итак, что было сделано? Я тут немного отыграл. Во-первых, давайте начнем с востока. Откормлен фарс, как видите. Это уже до полного, так сказать, состояния уже начал его присоединять. Вот почти 30% сделано. Здесь чуть-чуть вот от Ормуза взято. Здесь вот сюда мы продвинулись, вот островок взяли. Тут немного в Африку вышли. Мамлюка забрали здесь Ирак. Вот тут кусочек две поровки и чуть-чуть Египта. Я полностью не забирал, ну, там на 100% не брал. Потому что все равно его не присоединяло. И плюс тут по заданию еще получили претензии. И можно будет потом дешевле это все забрать. Просто очень много дипломатических очков. Вот на эти все войны шли. Потому что тут одна за одной войны начинались, завершались, и много было потрачено, а нужно было выйти хотя бы в плюс, чтобы начать присоединять фарс, потому что он начал там бунтовать, и так вот это вот все. Поэтому было сделано так, решено. В следующей войне заберу Мамлюка, забрал Крит и Родос от Венеции, и забрал еще от Венеции здесь некоторые три вроде бы колонии у них тут было, которые они тут покупали. Вот тут чуть-чуть Африки было взято и выбит Арагон с Европы. Арагон теперь вот здесь на этих островках размещается. Османы из интересного купили у Арагона вот этот остров. Они взяли еще колониста. Не знаю, чем они тут будут заниматься. Будут ли они колонить. Но в Африке пока что нету. Может, они просто еще не закорили? Нет, они закорили. Они, по идее, где-то тут могут корить. Да, точнее, колонить, колонизировать. Но не вижу, чтобы они это делали. Ну, фиг с ними. Вот, вроде бы все. Рассказал то, что здесь было сделано. Дальше что у нас будет? А, ну еще здесь в Новом Свете тоже чуть-чуть позахватывали тут всякие вот эти племена. И тут колониями вот так пошли. Сейчас тут ставится колония. И здесь ставится колония. Хочу вот так такой сделать. Хороший Балат Аль-Кхабад. Вот. Плюс тут еще есть армия. Она нам понадобится для того, чтобы воевать против Франции. Вот. Мы будем объявлять эту войну. Османа призовем. И на Сардинию. А может еще и на Фрисландию. Фрисландия. Франция и Гильдерн. Гильдерн. Это где? Так, ребята, секунду, я закрою окно. Сейчас. Так, я опять с вами. Гильдерн. Ну, то что-то небольшое где-то здесь. Чтоб что-то, блин, знакомое. Покажите мне флаг. А, все. Здесь. Так пусть будет. Да, можно поставить. Я просто хочу еще от Фрисландии забрать. Тут... Ну, тут хотя бы их выбить. Не получится. А может и не будем ставить. Тут, мне кажется, и так хватит очков. Не будем. Ставим сюда и ставим на Фрисландию, да? Вот тут и на Сардинию. Еще, может, Сардинию заберу. Там точно Франция только одна в союзниках. Так, воюем мы за вот это вот. Нанбонная, или как оно там читается. Французской. Таганские грибцы. Ладно, объявляем войну. Флотик тут вот построен. 30 военных галеонов. Это самые новые на данный момент. Военные суда. Да, так я тут забыл расставить нормально. Генералев своих. Теперь 0 осады поставим этого. Теперь сюда. И еще в Новом Свете есть. Тут, я думаю, такого хватит, если французы сюда, конечно, не заведут какую-то из армий. Франции на данный момент есть 60 тысяч, но они доведут до 90, до сотки они доведут, я думаю, у них мало рекрутов. Вот, и плюс у них крепости двойки. Они еще воевали против Австро-Савои, тут они напали на Францию, ну, не на Францию, они напали на Геную. Савоя хотела забрать, не забрала себе Геную. Франция была то ли союзником, то ли чем-то. Генуя по гарантию кидала. Так, и здесь мы на быстром сюда. Сюда, затем сюда. Тут французский флот транспортный. Что тут он ничего не сделает. Тут мы... Да, тут одинаково. Стой здесь. Я могу, конечно, еще нанять армию. А я найму. Только я найму ее, чтобы она уже была где-то там на востоке.
Или у меня тут есть какая-то армеечка для поддержания, так сказать, порядка. Не вижу. Я вроде бы все убрал с этой части света. Да. А тут я найму. Ну, по деньгам там минус, но это такое, сами знаете. Да блин. Сириусли. Ладно. Ах ты, блин, падла, свалил. Уходит флот, ну пусть уходит транспортники. Я не буду уже тут гнаться за ними. По технологиям у нас вот так. По идее, им еще наступательные не закрыли, но осадные взяли. У француза, кстати, тоже есть наступательные. Закрыты полностью. У француза армия лучше, чем моя. По характеристикам. Давай набьем. Нет, стой здесь, пока что сюда не сбежали. Вот и первый пошел. Пошел в атаку. Блин. Можно было и догадаться, что тут стоит. Где-то здесь. Шпионит за нами. Армия. Придется отступить. Тут я не вывезу. Потерям более-менее ровные. А он может пройти, чтобы не занял территорию. Блин, пробил и сразу взял. Ничего, ничего. Сейчас мы остановимся. Можно уже так сделать. Тут лимита хватает. Вы воевать там собираетесь? Или как? Добили. Нужно будет забрать часть войск. Это будет сделано. Салпы, нет, так, как мы это сделаем? Мы оставим. 4 хватит. Этих сюда. Сюда. Они там со временем возьмут. Что у меня тут по делам религиозным? Давайте, наверное, я возьму защитника веры. Мне боевой дух не помешает. Ага, ну мы, в принципе, можно мистицизм идти. Стоп, тут что она дает? Сюда, да. Тут боевой дух, как раз то, что нужно. Вот, по перекрещиванию, как видите, тут уже почти все сделано. Иберия вообще полностью суницкая. А тут. Не, ну, такое мне не хочется 26 платить. Не. Тут бы, наверное, адмирала стоило взять. Ну, эти пойдут в папу. Так, тут мы взяли. Считать их сюда можно подвести. Этих сюда заведу. Тут пока стою. 64 тысячи тут должно восстановиться. Он пока не берет эту. Ай, ты тварь. Сюда пошел.
У меня уходит вообще. Чуть-чуть ремонтика. Может, там где-то подошли... Нет, не подошли. Сюда подошли турки. Эй, турок, ты не туда воюешь опять. Война вот здесь. М? Давай, давай, давай. Быстро, быстро, шнелем. Фабрикую просто. Куда он уходит? Ну, турка, наверное. Куда же еще? Все. Давайте заберем эти войска. Ой-ой-ой, 12 кораблей, я без адмирала. Ба-ба-ба-ба. Что, есть 40 ширина? Вау, много маневра. 5. Ой, там они меня тут сейчас раскидают. А может? Нет. Да блин. Ну что оно вверх не кидает, вот как здесь, те, которые воюют. Корабли. Блин, уже один потерян. Отойдем, отойдем, отойдем сюда. Да не, блин, все равно потеряю. Еще я не захватил. Да, нужен, нужен адмирал. По своей территории иди. Турецкий флот тоже где-то что-то здесь сидит. Как бы сюда надо завести. Сейчас. Не особо хорошо, но началась эта война. Куда пойдем? Так, может, выбьем? Пока нет. Ну, давайте сюда. Эти уже хотят мира, может, мы и заберем их. Вот так. Ну почему бы и нет, у нас там задание есть. Разорви союз, пусть тебя тут кто-то доест. Это тут не маячило. Как будет идти война, мы как раз таки эти 12% закурим. Главное не попасться под... Не взял. Не взял. Блин, а тут крепость не обновил. Да вот так иди. Опа, 25 дней. Это приятно. Там нужно захватить или, или полностью запорить их. Сейчас. Да, закорить нужно. Что там, Маусбург? Я вижу, проиграл бой. Ну не войну. Не не успел пару дней.
теперь всю эту хрень придется отбивать. Слушайте, с такими раскладами французские сепаратисты. Пошли дальше. Можно, конечно, потратить военные очки, но я хочу взять технологию. Там есть огневая мощь пехоты и ширина. Так, а что там в новом свете? Блин, я вообще не смотрю. Да вроде бы все нормально. Тут давайте захватите. Пошли сюда. Шайзе. Адмирал называется. Уволить некого. Ноль-ноль. Не страшно. Француз таки не научился строить крепость в Париже. Это у него сложно все с этим. Бляха, муха, так что ты делаешь? Ах. Я думал, в Хойке тупой и там по 100 дивизий засводят союзники. Кто смотрел за Нидерланды прохождение, 100 дивизий свели вот сюда, в Скандинавию, в Норвегию и Швецию. Держали их там. В то время как на других фронтах могли бы завести их и наступать нормально. Так, я вот это, наверное, слишком нагло делаю. Ну что, тут одно идет. Так, ты согласен уже, да? Ну просто если сейчас я его выбиваю, этот получает, наверное, черный флаг. Хотя, блин, не должен. Пойду сюда, если что, сюда можно, если что, сюда можно. Вот я вас беру взят. Ну теперь по-любому надо их выбивать. Да, он получил черный флаг. Что исчез с радаров. Хорошо, хорошо. Захватили. Давай сюда. Зеленодос. Может где-то эту армию нужно сюда закинуть. Да, вроде бы не нужно. Я возьму наемничков. Вот это. Захвачу эту колонию под себя. Тут не ясно. Хрен его знает. Куда вас завести? Где вы нужны, а? Ну, сюда разве что. Опять вступлю в бой, потеряю. Здесь еще два. Опа, куда ты идешь? Ты идешь на юг.
Будем его сопровождать, не отрезать. Боже, Осман, ну зачем? У тебя что, тут колония есть? Вроде бы нету. Зачем ты сюда 30 тысяч привез, а? Ну, уже лучше бы где-то тут выселился, от островка, вот сюда. Ой. Что у нас тут за... Угу. Пофиг. Шестое. Седьмое. Потом еще этого закину. Чуть-чуть отремонтируемся. Так, 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 так. Хватит. На француза надо было. Блин, чё ж я дурак не кинул создавать шпионскую сеть. Быстрее же берутся к крепости. Большой штраф, большой, большой. Не, не надо, нормально. Давайте кого-то другого адмирала возьмем. Тут, блин, это вообще какая-то хрень, пойми что. О, это нормально все. Так, 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 так. Все, поплыли. 14. Он плывет? Он плывет. Че? А, это вот это сражение. Ну, так себе. Больше они нам убили. Так, 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 так. Ты иди сюда, ты иди сюда. Конец-то взял. Топаем туда. Чем даже не потерял никого. Удивительную и невероятную. Так, адагасские, гдеские, адагасские. А ну-ка. Тут должен быть хороший результат. Ну, поплыли, поплыли отбивать. Вот эти острова наши, видите, андалузская культура. Были когда-то. Были да уплыли. Отдали не очень эффективным менеджерам. Так, ну лимит не нафиг. Кстати, количественные... Слушай, а зачем я их держу реально? Видите, все равно, даже если у него была плохая организация, ну, боевой дух, все равно мы больше потеряли. Но у него реально покрепче армия. Очень, очень, очень покрепче. В сравнении с моей... Тек, 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 тек. Кто там еще у нас остался? Исландия и этот. А, фух. Фух. Должны побеждать. И ширина больше, и боевой дух больше. И линкора больше. И не свалили. Ясно. Пусть валят. Валят, пусть валят. Так, 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 так. А, возможно, здесь можно разделиться. Может, ничего не случится. А, они отступали прямо сюда. Ух ты какой. Быстрый.
Партия почти не идет в урон. Давайте пойдем. Блин, успею? 23 ноября, успею. Есть, красавчик. Так, ты сюда, ты сюда, ты сюда. 25 плюс 15. 40 тысяч. Давай, 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 давай сюда. О, Осман взял Исландию, столицу. Так, это у нас торговцы. Сюда на столицу усаживаемся, чё мы. Ой, это ты задолбал. Ты давай сюда, чё там? Молодым. Правда, без генерала. Опять административка. Нет. Оу, 900. Ничего себе. Вот это уже интересно, интересно. Так, соберемся здесь, потом сюда перекинем. Да, здесь все нормально. Правда, что-то они сюда вообще не хотят идти. И захватили. Чё, Фрисландия? А чё? Тут надо захватить Ямайку. Иначе не отдаст. Или отдаст? Отдаст. Ну и всё. В принципе, нормально. Союза нету с французами. Всё забрал вроде как. Это даже меня не особо интересует. Тут вроде бы все. Ну, отлично, свободен. Ведь опять в минус ушли дипло очки. Ты этого поддержи здесь. Кстати, может вступить в золотой век? Ну, давай тут 50 лет больше не буду играть. Надо было это сразу сделать. Стоимость всех очков. Тоже отличная вещь. Вроде как боев не на... А может и намечается? Я даже не посмотрел. А поменял тут эти... Новый тип орудий. Или мой с пиратами. Засали. Скуй. Так. И почем? 900. А ты, блин, гонишь. 900 я тебе не отдам. Кстати, институт новый начал распространяться. Мануфактуры. А, и, кстати, уже могу принять. Ну, я буду ждать чем-то. 5% это вообще ни о чем. Сделаю-ка я где-то... Не где-то, а вот здесь. Нет, не сделаю. А, я уже сделал, не? Да. Вот так сделаю. А? Хорошо, хорошо. Еще где можно сделать? Можно здесь. Берберская мне вроде как не принято. А где нам указывает?
Маскат, не, западный Азбин. Где это? Западный Азбин, это здесь, не? Не здесь, но тут я точно сделаю. О, все, потратили. Западный Азбин. Аж интересно, что это такое. Может, это? Нет. Это Маскат. Это Баньяс. Мекмедину я сделал. Буду искать. Здесь, наверное. Ага, вот здесь. Да. Таки да. Кредия взята. Двигаемся дальше. Французы надо на 100%. Тут я, наверное, даже разобью стену. Потому что, мне кажется, будет долго. Хотя не должно быть долго. Ага, блокируешь. Нужно взять. Мне вот этого надо поставить сюда крестителя. А у меня вроде бы тут есть креститель. Визитор. О. Тут что-то оно еле-еле капает. 26. А, деньги есть. Ума не надо. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Будем на юг стягиваться. Придется отбивать, наверное. Хотя без одной крепости все равно они сдадутся. Убили, зараза. Флотец. Давай мы возьмем половину. Тут попробуем взять контроль. Что здесь тут? А, тут тоже кораблики бегают. Все, здесь полностью зачистили. Отлично. 14%. Ну, в принципе, можно подождать. А вы? А что с вами делать? А, это, кстати, колония. Ну, пусть будет, пусть будет. Осман, он наконец-то дошел. Наконец-то. Не может разлучили, кстати. Осман, может, ты там сам повоюешь? Ну? И мне идти. Эти, кстати, не бунтуют. Да не, вообще по нулям. Сами тут разобрались. Ну, в принципе, все, да. Ой, 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 ой,
Что-то их там многовато, этих пиратов. Я без командира и вообще. Чуваки, так дело не пойдет. Да ты не хочешь так, да? А через француза мириться еще и этого брать. Слухашу. Давай на Кубе соберемся. Ну так ты согласен. Забираем тебя. Ну, минус то минус. Не страшно. Итак, теперь француз. Француз-француватый. Ну, по идее. Как же это, блин, по-хорошему сделать, а? Так, сейчас. Ты идешь сюда, а вы идете сюда. Вот так. Карибы уступишь полностью. Блин, а что он накидает? Луизиана нам не нужна. И что это? Французская Луизиана. Новую Фландрию ты нам уступишь. Обязательно. Хотя вот это тоже давай заберем. Чтобы была ровная граница. Ты мне вот это отдашь. Но остальное здесь. Так некрасиво, конечно, будет. Так бы было вообще. Мега супер. Да, конечно же, не будет. Так тоже было бы мега супер круто. Так, Венеция, перемирие у нас. Франция, перемирие. Савоя, папа остается. Фрисландия, перемирие. Папа, Савоя и... Ну, Арагон там вроде то ли тоже, то ли его вообще уже. Ну, далеко его, ничего не значит. Ну, я думаю, будет вот так. Давайте поставим, посмотрим по заданию. Есть задание короли крестоносцы. Ну тут видите, вот эту именно нужно захватить. Оно некрасиво же будет. Лигурия и на Пьемонт. Вот в Италию. В Италию вообще не планирую лезть. Нет, так красиво. Вот так красиво. Нужно, конечно, больше. Ну ладно. Визиону. Ну, в принципе, всем пофиг. Заберем. Чем бы не забрать. Правильно. Канаду. Нет. Я думаю, нормально. Можно будет потом еще раз повоевать. Стоп. Оно сейчас должно отвалиться. Отвалилось. Просто вот это вот все, оно тоже нужно закурить. Ладно, я тут выберу 5 проф. Подешевле. Закурю их. Вот. Потом продолжу. В следующей серии мы против кого будем воевать. Возможно, я дождусь, пока присоединится Фарс. Сделаю претензии на Хорасан. Уже пойдем на Хорасан. Но на Османа пока, наверное, рановато. А вот тут на этого СНГ смотреть. Ну, это же неинтересно, правильно. Да, будет что-то либо Осман, либо Хорасан. Одно из двух. В Европе, ну, мне кажется, ну, разве что на папку. Литва, можно, кстати, и на папку. На
правда, не сейчас. Надо, чтобы тут немного пацаны успокоились. Да. Хорошо, ребят. На этом все. Всем пока и до новых встреч.